назад начинают собираться. Вот не кучно такую.
Вот, завершился сегодня тетеревинный ток. У меня добыт один тетерев. Можно сказать, даже трудовой. Вот красавчик какой. Видите-ка. Вот какой красавец добит. Добыт он. Смотри, что гильза какая-то. Непонятно. Что хоть такое? Ладно, сейчас. Вот так вот. Мы отохотились сегодня. Так. Ток здесь у меня стал что-то больно уж. Какой-то пуганный. Не очень сильно атакует. Я думаю, причина вот в чем. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, что получается. Вот что получается. Из-за чего у меня ток тут плохой получился. Я думаю, такова ли тетеревов, наверное. 15-20 был на такую, я шалаш сделал. И вот после вот таких вот делов у меня ток распался. Они атакуют вроде, собираются, но очень пуганные. И что такая причина? Из этой причины. Вот. Замерз, конечно, я. Но вот эта причина у меня, вот эта. Тут на открытии попросились ко мне на охоту пару чиновников. Вот, я думаю, что, вроде бы пусть поохотятся. Жалко, что, ну их два тетерева. Путевки выписано было, два тетерева. Думаю, что там из двух десятков тетеревов тут. Если на удовольствие хочется получить про охоту на охоте, ну, пусть поохотятся. У них получилось удовольствие. Вот какое. Видите? Вот это их удовольствие. Удовольствие их. Отойти, ветер будет. Вот так вот. Вон тетерева летает кругом еще. Вот здесь. Чиновники попросились мне на охоту. Я согласился. Думаю, пусть поохотятся. Взяли путевку они, два тетерева. Ну, короче, договорились съехать 2 часа ночи. Я их встретил, ну, дождал там на тапочке на своей, на шальске Т-16. Не понял, вон еще гильза валяется. Че хоть такое? Что тут такое было-то их? Ой, горе. И короче, люди-то такие. Что мы вроде поедем на тракторе, кузове, на соломе? Поехали на Мерседесе на своем, на джипе. Я говорю, не проехать. Они говорят, у нас машина крутая. Ну, поехали. Залезли тут. Практически в первой луже сразу. Что делать? Ладно, я на тракторе сел. Все-таки перелезли на трактор, поехали на охоту ко мне. Привез я их. Посадил в шалаш. Ну, их третий был шофером, как бы сказать. Вот. Их шалаш поехал. А что тут? Машина-то осталась на дороге. А тут у нас парни местные на гусей охотятся. Вроде ругаются. На, что, как, охота-то испорчена. Они шалаши там что сделали, охота-то испорчена. Машина стоит 50 метров, можно сказать. Вот там лужи. Ну все, пришлось ехать домой за трассом. Ну, недалеко, хоть километра 4 ему до дома. Пока я туда уехал. Взял трос, приехал пока оттуда. Зацепил эту машину. Короче, назад ее. На блокировке, на пониженной, тихонечко, раз, в бок немного. Ну, достал машину, этого джипа. У меня тапочка тонну весит, там машина 2 тонны весит.
Ну все равно сила, наверное, видели на видео, как какая он, какой у меня автомобиль, трактор, как сказать, прет не хуже танка. Этих джипов достаем из болота. Вот не первый раз уже, конечно. Бывало, что зацепляешь, зацепление хорошее, аж поднимает кузов на метр, колеса поднимаются, но все равно идет. И вот, короче, это прошло времени долго, оставил я их тут одних. Ну ладно, поохотились, поохотились. Ну, приехал, забрал их, спросил, ну что, как поохотились? Говорит, стрельнули тетерева. Ладно, стрельнули тетерева, стрельнули, ну хорошо, все. Что, машина их вытащена из болота. Куда деваться? Привез на тракторе их. Ну и вот и все на этом кончилось. Спасибо сказали, конечно, сквозь зубы. Что им тут еще меня неладно стало? Ток у меня разгоняли. Конечно, жалко, что они не поблагодарили так. Это уж как-то черт с ними все. Вот там гусей летит целая стая огромная. Конечно, видео вот не видно, камеру. Вот так вот. Как говорится, что не поблагодарили, это уж ладно, уж этот черт с ним, как бы, перетерпимся. Трудов, конечно, приложил много. Ночь не спал. Че, вроде люди, чиновники высокие. Думаю, все, уснешь, проспишь. А в 2 часа встать, кто его знает, тот будильник не прозвенит, тот что-нибудь. Вот так вот получилось. Думаешь, как лучше, получается, как всегда. Вон там гуси летят сколько низко, на самой земле стелится. Нет, не повернут к ней. Ладно. Так вот. Жалко, конечно. А что я думал, ну поохотились, вот скажи сейчас, скажу. Поохотились, думаю, что нормально, расстрельнули тетерева, расстрельнули. Вроде, ну их рюкзаки были там, ну там чай, термос, водка, понятно, что у них. Да не боже, рюкзаки, смотреть, что там, скажи, стрельнули. Говорит, стрельнули, я думал, так ладно, слава богу, думаю. Довольны остались. Что-то, по-моему, как-то и не очень довольны. Вон гильз там полтора десятка лежит возле шалаша. Вот это довольны они. Вот я вечером, ну, дай приеду, поохочусь. Приехал, у меня даже ни один тетерев близко к шалашу не прилетел. Ну, думаю, ладно, погода к вечеру испортилась, плохая. Поехал утром, думаю, поснимаю. На экшен камеру, которую я сейчас снимаю, у нее звук плохой. Взял фотоаппарат, ну, мыльница МС там дешевая. Стал снимать, да из шалаша сколько-то прилетели, из шалаша стал снимать. А что, веточки тут, да что-то вот, он фокусируется на этой веточке, а далеко-то плохо видно, четкости нет. Так видео не получилось. Вот сегодня, если получится, все получится, посмотрю. Вон тетерева еще летает кругом. Тетерев тут много. Так. Че, они все вон там по полям везде, круговые, такуют. Прилетели тут все, 5 штук, 6 сюда прилетит. Потакуют вроде, потакуют. Скоро шуганы что-то с ним. Ну пришлось, одного стрельнул все-таки. Вот на третий раз вот я сегодня тут. Одну вот стрельнул, как бы третий раз уже тут охотится. Пробовал снимать, все. Что мне? Ладно, так вот. Получилось, конечно. Куда деваться? Засветило там, нет ли? Солнце. Ладно. Спасибо, кто смотрел. Спасибо, кто подписываться. Лайки ставить. Так вот. Ладно, всем пока. Не забываем подписываться. У нас где-то погода какая-то холодная. Вот с сегодняшнего дня обещает тепло. Мы что-нибудь поснимаем. Ладно, всем пока. До новых встреч.
на канале «Сельские будни».